Так, всем привет! Пришла посылка. Это у нас китайский сайт AliExpress. Открываем, смотрим, что внутри. Там больше вроде бы ничего нет. Так, убираем упаковку. Это у нас часы. Скмэй. Не знаю, как правильно читается, вроде бы так. Очень популярный производитель часов китайских, очень популярные часы этого производителя. И вот эта модель мне понравилась тем, что здесь, ну, очень много функций разных. Это обычные часы, но функций реально много. Не знаю, что это такое и зачем вот эта полоска. Так, кто знает, зачем вот это? Отпишитесь. Часы водонепроницаемые, не знаю, какая глубина, 3 атмосферы. Ну, это 3 атмосферы, это руки помыть под дождем, например, но нельзя плавать. Хотел с белым циферблатом и черные, чтобы цифры были, но не было такого варианта, поэтому вот купил вот такой. У меня были точно такие же часы, точно с таким же механизмом, точно с тем же набором функций, но металлические. И что мне не понравилось, так это то, что металлические часы тяжелые. А вот это полностью пластиковые, они легкие. И вот поскольку я брал эти часы как вот спортивные часы, а здесь, какие здесь есть функции? Здесь есть термометр, альтиметр, что там еще? Ну, очень много, сейчас будем смотреть. Давайте посмотрим, кстати. Вот можно, вот, это у нас считает шаги, шагомер. Вот это даже не знаю, что это такое. Еще нужно будет разбираться вот в функционале. Будильники. Сколько здесь будильников? Один, два. Два будильника. Дальше что это? Также не знаю. К сожалению, я вот эти часы сейчас вижу впервые. У меня были такие же часы, но я также не разбирался в функционале, поскольку мне не очень понравилось, что они тяжелые. И я их положил, и они по сей день у меня лежат. Но я увидел, какие там есть функции в описании, там посмотрел также вот отзывы людей и увидел, что довольно точные вот эти все показатели, поэтому решил заказать такие же, только вот легкие. Так, это у нас, наверное, секундомер. Так, должно быть обратный отчет, это второе время, наверное. Так, подсветка есть, она зеленая, подсвечиваются вот эти цифры. Так, дальше. Вот это у нас высотомер. Вот термометр видели вот сверху. Вот график есть. Изменение высоты, я так понимаю. Термометр. Так, дальше. Что у нас еще здесь есть? Кнопок, видите, много. И вот так сразу, без инструкции. Инструкция, кстати, есть. Давайте посмотрим. Тяжело разобраться, нужно будет разбираться. В распаковке ничего сказать о функционале и о настройке этих часов я не могу. Нужно будет разобраться, посидеть. Здесь также поддерживает эти часы калибровку, то есть каждую функцию можно откалибровать, если она какая-то неточная. Но я надеюсь, здесь все точное, поскольку посмотрел отзывы и много вот людей писали, что проверяли и точные показатели. Так, к сожалению, инструкция у нас только на английском и китайском языках. Но ничего, будем пробовать разобраться. Так, хочу посмотреть так историю какую-то, показывают часы. Возможно, изменения или температур, или высоты, или и то, и другое. Также давление показывают, то есть для рыбаков хорошо. У меня как-то спрашивал один рыбак, какие часы, какие недорогие. Это ультрабюджетные часы с этим набором функций. Нужно будет разбираться. Инструкция, к сожалению, только на английском языке. И нужно будет сидеть с переводчиками, смотреть, что здесь есть. Ремешок мягкий, удобный, силиконовый. Но я бы, наверное, его поменял со временем. Сначала, конечно же, не буду менять, поскольку он удобный. Ну и вот. Так смотрятся часы на руке. В принципе, я очень доволен покупкой. Небольших денег стоят часы. Так, попробую вам подсветку показать.
Нет, не покажу, поскольку у меня здесь очень яркий свет. Ее не видно. Но зеленым подсвечиваются вот эти все светлые показатели. Так, возврат на время. Ну, вот такие часы. Довольно толстые, не знаю, больше сантиметра, наверное. Толщина. Ну, не наверное, а точно больше сантиметра. Ну, так, в принципе, мне все нравится. Полностью из пластика сделаны вот эти. Очень легкие. Реально круто, что они легкие. На руке лежат аккуратно и удобно. Ссылку на часы оставлю в описании под видео. Всем спасибо, хорошего настроения. До свидания.